На площадке региональной службы коммуникации состоялся брифинг с участием руководителя областного управления ветеринарии, на котором речь шла о работе, проводимой в регионе по профилактике болезней скота и повышению эффективности работы ветеринарных станций. Инфекционная заболеваемость животных – результат попадания в их организм болезнетворных микробов и вирусов, которые начинают активно функционировать и размножаться. Многие болезни передаются от животных человеку. В целях недопущения подобной ситуации в регионе проводится определенная работа. Противоэпизоотические мероприятия. В соответствии с государственным заказом в этом году утвержден комплекс мероприятий по профилактике особо опасных заболеваний скота. План, рассчитанный на 4 месяца, выполнен полностью. Проведена вакцинация 6,9 миллионов голов. С начала года проводятся работы по профилактике бруцеллеза методом забора крови и проверки в лабораториях. Было передано порядка 1 миллиона проб крови. Руководитель управления рассказал о том, что в целях повышения престижа ветеринаров их заработная плата увеличивается на 35-50%. Кроме того, он упомянул приложение VetMobile, разработанное по инициативе Министерства сельского хозяйства, которое позволяет перевести в цифровой формат процессы формирования и передачи данных у животных, тем самым облегчая работу ветеринарам. Ведется работа по цифровизации в целях повышения эффективности работы специалистов и избавления от бумажной работы, а главное, для рационального использования рабочего времени запущено приложение VetMobile. Это информационная система с интегрированными базами данных. Намерены внедрить и данные ЕГОВ, обеспечиваем ветеринаров планшетами. На проведение работ по дезинфекции мест содержания скота из бюджета предусмотрено более 83 миллионов тенге. На эти средства закупаются необходимые растворы и диссредства, которыми обрабатываются загоны и прилегающая территория. Ринат Рахматуллин, Аслжан Шымкент, Айкон Акпарат.